Вітаю, друзі. Мене звати Ігор Гаврищев. Це традиційна YouTube-платформа 24-го каналу. Вітаю відразу нашого гостя. Це є екс-секретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа. Пане Пьотр, вітаю. Добрий день, слава Україні. Героям слава. Пане Пьотр, ну от буквально вийшла от стаття, верніше журнал Time, на обкладинці 47-й президент Сполучених Штатів Америки, людина року Дональд Трамп. Ну, відповідно, зразу появилися частинки його інтерв'ю. Серед іншого, з найцікавішого для нас, для України, це те, що він сказав, що він не кине Україну, що Україна це буде якраз важіль впливу на Росію, аби припинити цю війну. Але також він сказав, що він проти того, аби Збройні Сили України використовували американську зброю, аби бити по Росії, бо, мовляв, це ескалація. А я це розумію наступним чином. Ми вам даємо зброю, але ви її не використовуєте. І ще одна цікава річ, вже от сюди додам. Пане Пьотр, Трамп запросив на інавгурацію 20 січня Сі Цзіньпіня. Хоча в практиці такого в Сполучених Штатах Америки немає. Запрошувати очільників держав на інавгурацію. Що взагалі зараз робить Трамп? Як ви можете оцінити ці його кроки? Чи бачите ви логіку в них? І чи слід Україні насторожуватись від цих заяв Трампа? Ну, вот эти два шага, они похожие. Он просто, с одной стороны, показывает мягкую позицию. Это заявление про оружие, да, и приглашение товарища C++, да, это просто проявление мягкой позиции. На самом деле это значит, что так по Китаю, как и по России, у него есть сильные аргументы. Не надо ему просто показывать настоящая сила. Это сила, в которой человек может употреблять спокойный голос, объяснить, что будет, как будет, вот какие будут последствия, если не будет соблюдения. Точно, приглашение Си, это, я бы сказал, шаг, который показывает старшинство американского президента. Он приглашает младшего, скажем, партнера. Это не позиция равенства. Но одновременно это хороший жест для открытия переговоров. Вот так. Якщо говорити про інші висловлення Трампа, от він сказав, що питання Близького Сходу, воно для нього, звісно ж, актуально, але першочергово це війна Росії в Україні, тому що тут набагато все важче. І він зізнався, що за 24 години йому не вдасться зупинити цю війну. Пане Петре, як ви вважаєте, наскільки зараз Трамп розуміє, от, напевно, з ним почали працювати, йому пояснювати, вникати в ситуацію, є Кіт Келлог, спецпредставник, він також вже більше розуміє, що відбувається в війні Росії проти України. Як ви вважаєте, наскільки Трамп розуміє, що не так все просто вирішити і далеко не факт, що після 20 січня буде припинення вогню? Я считаю, что у Трампа есть все аргументы, и он все отлично понимает. То, чего, может быть, не понимает, это, я бы сказал, мне кажется, те моменты, на которые стоит обратить внимание, потому что они создают риск, что у Путина есть дополнительные козыря. Если у нас есть время и желание, могу рассказать, как это вижу. Просто вопрос в том, что чтобы закончить эту войну, надо вернуться к ее началу. Я на четвертый день после полномасштабного вторжения написал такую короткую статью «Выиграть войну, не проиграть мир», которая начинается с того, что война идет, но союз старой Европы с Путиным, совместное танго, этот союз развалился. И просто то, что надо нам видеть, это реальные масштабы этого союза и их влияние на ход этой войны и на попытки ее сейчас прекращения. Потому что не надо забывать, что здесь в начале этой войны это не только агрессивная политика Путина,
но также холодная, пассивная, косвенная агрессия со стороны Германии и в какой-то степени Франции. В чем это выражалось? Это выражалось в том, что Германия спонсировала Путина, на самом деле накачала его деньгами, которые дали возможность ему планировать и осуществлять агрессию. Во-вторых, уничтожила собственную ядерную энергетику, чтобы создать у Путина впечатление, что она полностью от него зависит, что этот союз реальный. Во-третьих, уничтожила собственную армию. Урсула фон дер Лайен, которая была министром, да, там аудиты были, но которые показали, что немецкой армии в принципе на самом деле нет. Во-четвертых, сливались элиты. Во-пятых, строился Северный поток, который давал гарантию снабжения ресурсами во время горячей войны. И никто не слышал крика Центральной Европы, Польши, Балтийских стран, Украины. То, что видели, это... Сложно это назвать по-другому, но хорошо, лицо госпожи Меркель, которая твердо еще летом 21 года говорила нам, что это бизнес, ничего больше, пожалуйста. Но дальше Германия свою территорию исключила как возможную территорию для транспорта помощи военной. Надо напомнить, что помощь, которую получала Украина, это шло в обход Германии. Но самое такое убедительное – это требование власти Германии по отношению к Соединенным Штатам убираться из Европы. На самом деле, если смотреть на эту войну в полном масштабе, на ее подготовку, это нет сомнений, что Путин выступал как прямой агрессор с оружием, с железом. Но у него был союзник, который косвенно, который спонсировал, который создавал условия. И на самом деле, если посмотреть, что есть в войне, с одной стороны меч, а с другой стороны есть щит, так Путин, употребляя меч, рассчитывал, что Германия уберет щит, значит, американские войска, которые были на территории Германии, потому что требование к американцам убираться – это ничто другое, как требование, чтобы полицейские убирались из района, который будет отдан бандитам. Более или менее так это выглядит. И с той точки зрения Франция являлась союзником Германии в принципе до Братиславской речи Макрона 23-го года. Когда смотрим на историю этого конфликта, надо вернуться к высказываниям еще Макрона, да, с 20-го года, который говорил про право России на углубленное присутствие в Центральной Европе и так далее, так далее. Вот все эти моменты, которые показывают на очень значительную роль Франции. Но просто мне кажется, Германия сделала ошибку, потому что, ну как это сказать более легким языком, просто... думал, есть женщины, которых нельзя купить, Франция так себя повела, можно их снять исключительно на определенный срок. Вот поэтому здесь наступила смена позиции. Германия твердо шла и сотрудничала. Значит, у Путина, потому что надо помнить еще об одном, что во время этой подготовки, а это много лет, Путин, конечно, сделал переговоры. Был также в Польше, встречался с тогдашним премьер-министром Туском и об этом Туск сказал, предложил раздел Украины в Польше. Туск об этом сказал. Предполагать, что Путин приехал только в Польшу, нет, он поехал также в Венгрию. Венгрия – это ничто другое, как голос Германии, тогда, когда Германии неудобно было говорить. Но на самом деле видим эту связь. И если посмотрим на это с той точки зрения, тогда видим, что эта война по существу – это не только война против Украины. Это война
za likwidację wszystkich stron centralnej Europy, naczynając z Estonii, przez Łotwę, Litwę, Polskę i Ukrainę. I zwrot k systemie, która istniała między 1815 i 1914 godem, kiedy z jednej strony jedna i druga strona wynuszona była prześladować okupowane słowiańskie narody centralnej Europy, żeby nie создавать более привлекательных условий для того, чтобы могло национальное движение развиваться, национальное сознание и так далее. Так, к сожалению, это выглядит. И пока сейчас козырь Путина – это знание об этом. У него есть документы, у него есть свидетельства, у него есть вот все это. Поэтому сейчас то, что видим, это невероятный страх. С одной стороны Шольца, с другой стороны Орбана и попытка решить этот вопрос. Макрон уже перешел на другую сторону и реагирует активностью, вот хочет войска вводить и так далее, и так далее. На самом деле есть сговор, и об этом Трамп мог не знать, потому что это все после 2020 года, после того, когда перестал быть президентом. Скажу так, считаю, что то, что он сказал, что не закончит войны за 24 часа, значит, что получил подтверждение от Зеленского, что Зеленский готов к переговорам и готов реализовать мирный план Трампа, а Путин отказался с ним сотрудничать. Отказался, значит, Трамп заставлен будет давить экономическим путем, как это сделает. Вот приглашение Кси Вашингтон, и Трамп попытается заставить Пекин ввести санкции и сильные ограничения против России. Кажется, что Россия осознает такой сценарий, и такой сценарий считает реальным, потому что, в принципе, Путину вариант Северной Кореи, о чем постоянно говорю, очень нравится, потому что ему хочется быть кимом, да, передать власть в рамках семьи, вот, и поддерживать эту преступную систему, угрожая употреблением ядерного оружия и так далее, и так далее. Короче, в 24 часа не получится, но пойдут сильные экономические санкции. Что касается оружия, я считаю, что скоро будет ситуация, в которой Украине хватит оружия собственного производства, чтобы решать этого типа вопросы, потому что то, о чем говорил президент Зеленский, да, идет уже промышленное производство ракет баллистических, которые бьют на несколько сот километров, мягко говоря. Все эти технологии есть, есть все необходимое, идет массовая продукция, и в скором этот вопрос перестанет быть ключевым. Главным будет не терять собственных людей, это системы противоракетные, это мины, этого типа политика, которая ограничит возможности Путина делать зло, и очень сильные, я бы сказал, ядерные экономические санкции, нету режима, который в состоянии выдержать долго без ресурсов, которые у Путина будут отняты. Вот так это вижу. В прошлых наших интервью я показал механизмы, как он это может сделать, так что будем на это смотреть. Не вижу никаких причин, чтобы Путин не употребил тех механизмов, которые есть, которые укрепляют Соединенные Штаты. Еще один момент. Еще раз. Украина, Польша и Балтийские страны являются ключевыми партнерами Соединенных Штатов, потому что только мы не допускаем тому, чтобы Старая Европа сливалась с Китаем, с Россией, исключая Соединенные Штаты. В момент, если бы такое наступило, Соединенные Штаты теряют свою глобальную позицию. Это просто то, о чем Маккиндер написал, это основа американской внешней политики. Вот, так что здесь рисков никаких нет, будет поддержка, отношения будут очень хорошие.
мы думаю, будут реформы внутренние и будут самые хорошие положительные вещи, потому что будет убрана часть инфраструктуры преступной, демократической, которая воровала средства, которые были предназначены для Украины. Заканчивая этот мотив про участие старой Европы, Германии прежде всего, хочу сказать так, что это шокирующие моменты, и пока не будет правды, если не вернемся к правде, я себе не представляю сосуществование в рамках объединенной Европы, потому что я это рассматриваю как нападение пассивное, да, и посягательство на независимость моей страны. Вообще считаю, что если бы Путин не напал в 2014 году, не занял Крыма и не начал в Донбассе, агрессия сейчас бы шла против Польши, потому что Украину оставили бы как в таком непонимании, в детском состоянии, в котором непонятно, кто русский, кто украинец, в коррупции, в безнадёге. И вопрос решился бы в Польше. Но после 2014 года это стало невозможным, потому что если бы агрессия против Польши пошла, удар мог бы быть нанесен со стороны Украины, так что они этого не могли сделать. И на самом деле можно сказать самое главное, что вся центральная Европа свой суверенитет, свою независимость держит благодаря украинскому солдату, который по-настоящему своей кровью защитил нашу независимость. Сговор для меня был очевиден и просто выйдут документы. Думаю, что лучше, если бы следующий канцлер Германии просто начал с правды. Я считаю, и можете вернуться к моему интервью с апреля 22 года Людмиле Немири, в котором я сказал, что за эту войну придется Германии и Франции платить Украине компенсацию. Тогда это назвал компенсацией, сегодня это называю контрибуцией. Считаю, что чтобы вернуться и чтобы наказать такую политику, чтобы этого не было, потому что ненаказанная политика, она вернется против нас, Германия должна Украине выплатить 500 миллиардов долларов. Просто это минимум за ту политику и ту безответственность, которая была проявлена. Пане Петре, дякую вам за деталізацію і розповідь всю таку чітку. І, до речі, про змови різні. От Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини, він зараз перебуває, як розумію, в Бразилії. Ну, як мінімум, він газеті бразильській дав інтерв'ю, і він сказав наступне. Захід може розділити Україну на, за прикладом, Чехословаччини 38-го року. Наскільки це кричущі заяви, наскільки це ж є фактично посягання на суверенітет України? Ну, це проявлення цих больних ідеологій. То я просто, когда видел, я об этом тоже часто говорил, что Венгрия имеет талант присоединиться всегда к проигравшей стороне. И то, что она вела такую политику, это подтверждение победы. Я об этом говорил. Вот это касается Венгрии, этого режима сейчас в Словакии. Это просто, просто это глупость. Это о чем разговор? Они не представляют себе просто потенциала силы украинского народа, не представляют себе, что здесь происходит. Я в Киеве и просто вижу, просто у них нет основ для того, чтобы реалистически смотреть, какой раздел. Не будет никакого раздела, наоборот, если будет раздел, если не будет сделан, я скажу, какой-то подсчет ответственности, тогда развалится союз в Европе, потому что то, что делала Германия, сотрудничая с Путиным, да, то, что делал Макрон, просто я считаю, что это на самом деле международное преступление, которое требует выяснений, которое требует
извинений и прощения, потому что это уничтоженные города, это погибшие люди, и здесь книжка госпожи Меркель, в которой прикидывается идиоткой, просто это вот так не смазать, потому что все видели, да, и думаю, что то, что нам нужно сделать, это прежде всего понимать последовательную политику, вопросы и ответы, и не идти на развод. Вот все. Пане Петре, також хотів би вас запитатися, от одне з видань мілітаристських каже наступне, що як варіант США можуть розмістити свої термоядерні бомби Б-61 в Україні чи в Польщі для стримування РФ. Ви взагалі розглядаєте такі варіанти, що от саме при адміністрації Трампа можуть бути такі от кардинальні кроки від нього? Я думаю, что по аналогиям, смотря на то, что делал президент Рейган, да, Першинг, ракеты и так далее, когда всю Западную Европу вооружил ядерным оружием, и это сработало, потому что так долго, пока будем делать вид, что боимся Путина и его угрозы, и пьяные записки Медведева будем воспринимать всерьез и не будем показывать, что есть чем ответить. Так долго просто будем пугать людей из проигрышных неадекватов делать политиков. Да? Ну вот. Я думаю, что если Соединенные Штаты решат это сделать, я думаю, что ни Украина, ни Польша не откажутся от этого варианта. Я думаю, что политика Польши работает таким образом, чтобы не выйти на миллиметр перед Соединенные Штаты. Думаю, что это не будет сложно в условиях президентуры Трампа. Во время президентуры Байдена был случай, потому что начало полномасштабного вторжения, Польша вышла, сама передала Украине огромную помощь и пошла на конфликт с администрацией демократов. Пане Петре, також хотів би згадати Трампа, тому що він згадав про Близький Схід, сказав, що там ситуація не така складна, як в Україні. І він не виключив того, що може розпочатися війна з Іраном. Наскільки це реально можливо? Ну, смотрите, Сирія, Ірак – це вже пространство, в якому є стабільність. Вона буде створюватися через переговори і так далі, але по всій вероятності русські потеряють свої бази, вимушені будуть с хвостами, да, поджатыми, убираться и будут просить Турцию, по крайней мере, чтобы им в этом помогла. Так что будет повторение выхода Соединенных Штатов из Афганистана, только просто с участием России. И смотрите, ситуация в Иране, она нестабильна. Это просто чудесный режим, который прислоняется религиозными, я бы сказал, предпосылками. На самом деле это страна, в которой есть молодежь, есть люди, которые хотят свободы. Я допускаю ситуацию, в которой будет повторение 1979 года, а ла реверс, да, что просто свернут аятоллахов, да, и всю весь этот тоталитарный режим. Более или менее это возможно. Что касается войны, думаю, что такой вариант был бы опасный с точки зрения реализации стратегических целей Трампа. Думаю, что он будет сосредоточен на Китае. Но если другие страны поддержат восстание в Иране, тогда думаю, что также будет все это одобрено. Поэтому здесь ключевой момент, на который надо смотреть, это то, что происходит в Грузии, Армении, потому что России нужно терроризировать
эти страны, чтобы создать эффективный путь соединения с Ираном, потому что то, что Путин пытался каким-то образом создать через Азербайджан, был месяц тому назад, просто не оказалось невозможным, и поэтому здесь то направление будет идти. Потому что если начнется там восстание, будет то же самое, что в Сирии. Просто Россия окажется не в состоянии поддержать, помочь. Так что вполне вероятно. Думаю, что очень много будет зависеть от встречи Трампа с Си. Потому что если придут к соглашению, тогда Си вынужден будет прекратить помощь для тоталитаризмов и международного терроризма. Наркотрафика, вот всего этого. И тогда, возможно, найдут какой-то макроэкономический компромисс по подобию того, что Соединенные Штаты заключили в 80-х годах с Японией соглашение Плаза. Если нет, тогда ну, пойдут санкции на китайский товар, ослабление юаней, развал БРИКСа, вот и все последствия, которые для Китая будут трагическими. Китай готовится уже бюджет на 25-й год, предусматривает огромное финансирование в ситуации падения валюты. Весь этот сценарий, про который мы говорили, он сегодня находит отражение в тех планах, которые сегодня вводит Пекін во внутрішній політиці. Пане Петре, дуже дякую вам за цю розмову. Я вам дякую, що ви знайшли змогу та час так чітко і професійно проаналізувати нам, мені, глядачам, геополітичні процеси. Я дуже сподіваюся, що в наступні рази ми з вами також зможемо і матимемо змогу говорити і слухати вас. Дякую. Я хочу добавить одну вещь, что то, что сказал про Германию, да? Германия – это очень хороший сосед Польши. Я очень благодарен, знаю многих немецких политиков и так далее. Но это узкие группы интересов, да, которые такую коварную, страшную политику, которая видна сейчас. Мы это увидим, будут документы и так далее. Но просто здесь ничего личного. Против Немцев абсолютно народ, который образец соседей и так далее. Вот то хочу добавить. Пане Петре, дуже велике вам дякую.